Всем привет! Опять путешествуем по Лазаревской, и сегодня мы с вами вот в районе вот этой вот зеленой красивой растительности. Ну а фактически на улице Циолковского начнем ролик вот этого домика Омега, большого и красивого. И пойдем, конечно же, в сторону моря. Если честно, я не планировал здесь проводить съемки, но мы договорились с Сергеем, что встретимся здесь сегодня. Точнее, не договаривались с Сергеем. Если бы договорились, бы встретились. Это я просто приехал сюда в надежде, может быть, увидеться с Сергеем. Ну, не получилось у нас. Встретимся чуть-чуть позже. А поэтому прогуляемся сейчас по Циолковского к морю. Вот от дома Ширак и столовой одноименной. Большой и красивой. Как я уже говорил, в свое время я думал, что это какое-то имеет отношение к Франции. Вспоминая президента Жака Ширака. Кстати, свинина, шея, 120 рублей, приемлемая цена. Но нет, Ширак это такой район в Армении, поэтому, и, видимо, и название не носит этот отель именно такой вот, в честь него. Улица Циолковского, здесь тоже многолюдно. Сейчас, конечно же, все на море. Все сейчас на море. Ближайший пляж — Морская Звезда. Периодически просят показать и Морскую Звезду тоже, ну, хотя я ее показываю и показывал. Очень много пива, кадыжинское, найкопское, 70, а вот чешское и темное уже по 80 рублей. Столовая «Черноморец». Небольшая, но уютненькая. Ну, это всем вам уже хорошо известное местечко. Шашлычная столовая. Шашлычная столовая. Что же я несу такое, да? Шашлычная счастливая. Многие могут поспорить, конечно, сказать, что она не очень-то уж и счастливая. Это там чебуреки, прям сразу, смотрите, сейчас покажу вам. Прям здесь, прям сразу, прям при вас и готовят, прям вот. Видите, все, свежачок, прям вообще свежая-свежая. Можно, вы не против? Не против, поснимаю, как вы готовите. Против? Ну вот, девушка против, так что. А Руслана на месте нет, поэтому не буду показывать. Ну, в любом случае, все свеженькое, все свеженькое. Прям здесь и готовили. Только что при нас. Столовая СССР, если не помню, буквально вчера меня спрашивали. Нет, здесь ее уже нет. Теперь тут раковарня, черноморская рыба, собственно, копчение и пиво разливное. Ну и хачапури тоже там есть. А мы продолжаем наше путешествие по улице социалистической Циолковского. Раз уж женщина так медленно идет, то я успею проскочить, не создавая пробки. Тоже, мне кажется, что не так давно здесь прогуливался. И все это прекрасно. Прекрасно вам все это известно и знакомо. Ну, раз уж я здесь прогуляюсь. Вообще, у меня были сегодня другие планы. Я хотел поехать в устье реки. Я туда и поеду. Там, говорят, водичка прозрачная. Справа от нас находится Бирюза, санаторий. Блин, так вообще, что я был буквально действительно здесь. Вчера я его показывал. Больше всего мне там понравилось, это пожарный выезд. Висит надпись такая большая-большая. Ну, небольшая, но заметная, во всяком случае. Проезд пожарный там не занимать. Я так в поисках места, где припарковаться, начал там, думаю, встану. Потом гляжу, надпись, нет, надо уехать, же люди написали, черным по белому или белым по красному, я уже не помню, сейчас покажу. Ну, я, соответственно, и сменил место дислокации, проехал кружок, а потом такой присмотрелся во время этого проезда и сделал третий кружок. Знаете почему? Сейчас покажу. О, раритет практически. Может, одна из самых первых моделей. Сейчас прайс проедет и покажу. Вот, обратите внимание, надпись «Пожарный заезд не занимать», а за пожарным заездом стоит энное количество автомобилей. Судя по всему, стоят они уже, ну, не первый день, уже такие, знаете, пылюки такие все.
поэтому я здесь тоже решил остановиться. В случае пожара, ну, вряд ли они... Есть, конечно, шанс определенный, но вряд ли. Я сомневаюсь, уж больно, что не резко так вот все выйдут. Ладно, все это так. Лирика. Не путать ни с чем. Пойдемте на пляж «Морская звезда». Поищем там морских звезд. Знаю, что там подписчики, кстати, меня сегодня спрашивали, а вы будете сегодня на пляже «Морская звезда»? Вот я буду. Быть-то я буду. Но вы же меня не найдете. Хотя, кто его знает? Уже ничему не удивляюсь. Торговый центр «Друзья» мне. Пикают часы, говорят, что опять у тебя тренировка, что ли? Второй тренироваться, давай уже отдыхай. О, вот это вот бывает редко. Здесь вообще светофор зеленый для пешеходов, ну, наверное, полтора минуты заводится, если не больше. То есть стоять здесь долго, ждать. Но сегодня нам повезло. Вот ребята приглашают на фрукты, на овощи, на все фигню. Покажите орехи, расскажите. Покупать не буду, просто народу покажу. Ой, конечно, есть грецкий орех, есть вот фисташки, смотрите. Есть аратис. Арбуз желтый, арбуз красный, дыня очень сладкая. На данный момент уже местная полностью все идет. Ежевика отборная. Вот смотрите, какая красота. Вот малиночка, арбуз нарезанный у нас полностью охлажденный. Соки гранатовые наши. Соки где отжимаете? Здесь отжимаете? Мы сами, да, зимой отжимаем, стерилизуем, все подготавливаем, вот, да, чтобы оно не портилось. Люди очень много с собой в гостинице везут. Персики, груши, виноград. Вот, арбуз, кстати, все еще ереванский идет, очень сладкий. Вот вас угощаю. Знаю, я пробовал. Угощаю, друг. Спасибо большое. Черешенка уже хорошенькая идет. Инжирчик. Ну, инжир не наш, точно. Инжир нет, уже это с Абхазии. Абхазия, да? Да. Абхазия тоже наша, мы с Абхазии. В принципе, да, тут вся Ладожская полабхазия. Да. Адамово яблоко для лекарств. В общем, все для людей. Вот. Варенье домашнее имеем, заводские имеем. Это все. Знаю, варенье, да. Это знаю, это из Сочи возят. Да. Сок из киви делаем, вот стоит, смотрите. В общем, все витамины в нашей точке мы собрали, все для здоровья людей, уважаемых. Спасибо большое. Так, ребят, ну, надо показать, где это находится, чтобы вы сразу знали. Сразу заходите вот под вывеской «Морская звезда», раз такой вот общительный товарищ, вот и сразу приходите, фрукты, овощи, все здесь, вкусняшки всякие. И желтые арбузы, что меня удивило, давно очень не видел желтых арбузов вообще. Спасибо большое, всего вам хорошего. Хорошего дня. Привет. Как здоровье? Нормально, жив-здоров, слава богу. Сейчас. Вот такие вот общительные у нас ребятки, молодцы прям. Все рассказал про свой товар. Абрикосом угостил, видите? Сейчас попробую, скажу. Я знаю, что из Армении очень вкусные привозят абрикосы. Сейчас, извините, буду немножечко чавкать. Угостили все-таки. Сладкий. Очень сладкий. Смотрите, сколько людей на пляже «Морская звезда». Ходят и выходят. Возьми вот это. Я всегда вспоминаю, что здесь приобрел панамку, которую я не беру с собой, как всегда. Забыл, честное слово, надо бы. Солнышко уже пригревает, ребят. Играет музыка, не знаю, распознаете тупо или нет. Ну вот пляж «Морская звезда», ребят. Какой-то монах шаолиньский. Блюдо на мангале прямо здесь, вот на пляже, прям вот. Я не знаю, там уже ближе просто нету. Шея, 120 рублей. Очень даже приемлемая цена, смотрите. Там принимают уже заказы. Море классное. Пойдемте посмотрим, мы можем по пляжу идти сейчас. Смерти подобно. Затопчут. Водичка практически прозрачная. Людей... Ой, солнышко, видите? Сами смотрите, сколько людей. Ну, реально очень много. Даже уже водоплавающим уже места мало. Смотрите. Вот такая вот улица Циолковская. До моря, как вы видите, особенно с дома порядка так 22-го. До моря идти всего ничего. Все близко, все хорошо. Парашюты тоже здесь есть. Пираты плавают. В море пиратский корабль. Ориентиром он послужит Сан-Марино, вот рядышком тоже.
Так что вот так вот. Вот такая вот улица Циолковского. Всем привет и всем пока. Привет из Ладовского. Пойду абрикос доедать.